заключено для восьмого столика. Поаплодируем Анне. Спасибо огромное. С днем рождения, с днем рождения. Мы поздравляем вас. Спасибо. Ну ты, Валерий Евгеньевич, просто соловей. Я Иван Самарский. Да ладно. Ты же этот, Жданов? Это творческий псевдоним. А, понял, понял. Нормально он тебя покромсал. Ты к нему, наверное, без бутылки водки пришел, да? В смысле? А может, ты ко мне без бутылки пришел? Валерий Евгеньевич, обижаешь. Леночка, мне как всегда, а ему... Что хотел? Короче... Тузы, говоришь? Ну, это либо залетные отморозки какие-то, либо ас. Что хуже? Это еще кто такой? Манда в авто. Гоняет на джельке. Ну, корчит из себя там гангстера. Хотя гандон конченый. Редкостный отморозок. Я бы ему всёк, он бы рассыпался. Я тебе отвечаю просто. Но у него мама. Так что... Связываться с ним не советую. Она. Алло. Че? Слежу за тачкой. Да. Ха-ха. Да. Да. Нет. Да, мощная. Ха-ха. Все, давай, пока. Нихуя себе. У такого петуха такая курочка. Не, ладно, я гусь, хорошо, ебать. А тут же ни рожа, ни кожа, хуй на жопу похожий. Слышь, ты что тут рёшься? Мужик, некогда объяснять, поехали за той тачкой, за это я тебе дам много маны и плюс 150 хилов на 5-м уровне. Чё? Ёбаный дота. Короче, дам рубась, поехали за той тачкой. Поехали. До дороги вообще, брату, пиздец вообще, невозможно. Это Audi V7M, короче, Артен Ходовый вообще пиздец, Артен Ходовый вообще пиздец. Вот на советской армии вообще там лужа как была, так и осталась, прикинь. Вот целый круглый год эта лужа вообще стоит. Не, ну это да. Слушай, говорят, что в нее карпа запустили, прикинь. Да, но у меня еще Мазды там есть. Там я там тоже ходовой лервер, хапфацен, разъебанный лервас кангнацан. С камбраны азербутико лервас кангнацавтус. У меня еще напарник, прикинь. Напарник недавно буквально двух ребят отвозил в Тулу. Вернулся без трех зубов, прикинь. Ха-ха, хет-трик. Да, да еще они не заплатили. Отморозки. Да. О. О. Я до этого, короче, это... Электрощит умел, а потом... Это нахер свой бизнес решил открыть. Теперь у меня кафе, новый садовый шверник, лаунч, кафе, хаям, кальян, мальян, чай. Приглашай, брат, что это... Слышь, давайте, слушай, сотку дам. И ты только помолчи, пожалуйста, а? Держи. На, не. Ты прикинь, рекофе сент, прям сент, панов, сент, подсветки, кофе, сент, хав, гальян, чай.
Ты, блядь, ничего в трамвае, что ли, родился? Женек, я это, короче, походу знаю, где Денчика найти. Я сегодня весь день чувака пас, который может на него вывести. Ты меня слышишь вообще? Слушай, что у тебя сейчас в башке? Эй! Что-то у меня вообще херово так. Ну на тогда вот, нюхни. Не-не, Паш, я больше не хочу. Да на, это на шатырь. Нихуя себе как бодрит. Слышь, что доктор сказал? Ну короче, последнее, что я слышал. Эй, мудак, стой, верни ампулы, меня же посадят. Отдай тогда, уберу. Не-не-не, оставь. Так вот, короче, я знаю, походу, где найти Денчика. Я сегодня весь день пас вообще прям по кустам, там по парку метался. Отсюда, тачки, тролливая, я вас, короче, ушел, чувачок, ну, попробуем, там есть, короче, посвятили ее, статисты, наверное, сами гуглили, просто, пробки, раз, дороги, вообще, просто, зачем мне по полному, просто уило. А еще в базе, дорога, ну, просто, вообще, я не знаю, что сказать. Ну, такие дела, походу, короче, чувака зовут Ас. В смысле, Ас? Слушай, а может, лучше не надо, а? Потому что хуй с ним, с этим Денчиком. Да как так? Он же твой брат. Похуй, он троюродный. Да похуй, троюрный. Ты слышь? Ты чё, засал, что ли? Слушай, дай-ка я тебе объясню, кто такой Ас. Ему, короче, прикинь, пол Москвы должны. Я вообще ни черта не понял. Ты можешь повнятней, давай помедленней. В общем, у него мама просто жесть. Весь бизнес ему отдала. Сама крупная шишка. Он, короче, очень в карты любит играть. Короче, прикинь, никогда не проигрывай. Поэтому у него погонял Ас. Да я вообще не собираюсь с ним играть. Все так говорят. Короче, ты идешь со мной или нет? Упырь. Фоновое слово. Кран. Отойдите, вы не проходите. Почему? Без объяснения причин отойдите. Подумай слово. Нахуй иди. Ты что-то не понял? Нахуй иди. Добро пожаловать, приятный мир. Сразу бы так. Виски, сделай мне. Здорово, братиш, не подскажешь, кто тут Ас? Сыграть с ним хочешь? Да не, просто так поговорить пришел. Ну давай со мной сыграем, я тебя потом отведу к нему. Да не, я же тебе говорю, просто попи***ть надо. Ну а что ты теряешь? Я же тебя не на бабки заставляю играть. А что, на просто так, что ли? Ну на просто так тут не играют. Давай на интерес. А все равно позже будет, заодно время убьем. Похуй, давай. Пошли. Слышь, а давай не на интерес. Давай, сколько ставишь? 5 кать. Поддерживаю. Нахрен я на деньги сел играть. Еще 500. Поддерживаю. Нихуя, как все плохо. А какая максимальная ставка? Ставки не ограничены. Можешь ставить сколько хочешь. Лям! Играю. Гони бабло, каре! Жадность порождает бедность. Royal Flash. Нянь, денег нет. Знаешь, что меня больше всего раздражает? Волосики в еде. Приятного аппетита. Больше всего меня раздражает тупость и жадность. Такая же хуйня. Как расплачиваться собираешься? Ну, буду копить. А, копить. Кредит возьму.
ипотекная. В покер выиграю. Ебать, вот это гениально сейчас. Не, ну значит, тогда я тебе денег хуй отдам. Да тебя денег ждать, как от него песен. Да и деньги, деньги-то мне не нужны. Пи***ешь, они всем нужны. Вот представь, что у тебя очень много денег. Вот прям до хуя бабла. Чего ты будешь делать? Буду угорать. Вот и я поугараю. Нихуя ты в теме? Слушай, давай вместе поугараем, я сейчас все приготовлю. Тащи ведро. За тобой вечером заедут. Откуда ты знаешь, где я живу? Понял. Че, все, я могу идти? Да, давай, пизду. Сань, следующего запускай.